Две минуты арбитр добавил. Две минуты. 3-0, я напомню, сборная Германии выигрывает. Вы смотрите прямую трансляцию из Сапора о матче сборных Германии и Саудовской Аравии. Пока полное преимущество немецкая команда. Она буквально подавила соперника, не дает возможности даже вздохнуть. Не то что удара по своим воротам нанести, даже передачу штрафную делать немцы сопернику не дают. Снова Фринц. Вот она. Янкер. Еще один. Янкер и 4-0. Первый тайм подходит к концу. 4-0 сборная Германии выигрывает. Карстен Янкер. Первый гол в этом сезоне. Но я думаю, что отметят сегодня они его. 4-0. Посмотрите еще раз. Все просто. Посмотрите, как... Отличная передача. Пяткой как здорово. Клоза великолепно сделал. Вот опять сумма положительных действий приводит к голу. И Янкер. Он еще успел так корпусом помешать защитнику, даже ближе к нему подойти.